Добрый день, уважаемые жители республики. За прошедшие сутки на лечение в стационары республики поступило 108 человек с диагнозом новая коронавирусная инфекция из 859 вновь выявленных случаев заболевания. В стационарах города Якутска поступило 80 человек. В районах Усть-Алданском 5 человек. В таких районах, как Верхневилюйский и Аймекунский, по 3 человека. В Верхоянском, Вилюйском, Горном, Мегино-Конголасском, Нерюнгринском, Сунтарском, Усть-Майском по 2 человека. В Мирнинском, Алекминском и в Тампонском по 1 человеку. За сутки в стационары поступило 4 ребенка, дети тоже болеют. В стационарах республики в тяжелом состоянии на сегодняшний день находится 62 пациента. В отделении реанимации врачи борются за жизнь 10 крайне тяжелых больных. Все эти пациенты, к сожалению, были не вакцинированы. Всем заболевшим оказывается соответствующая медицинская помощь. Но несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, поскольку это все-таки очень контагиозная инфекция, большинство заболевания регистрируется в легком течении, и пациенты получают лечение в амбулаторных условиях. И это, конечно же, в первую очередь обусловлено вакцинацией и ревакцинацией против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом привиты 555 165 человек. Это составляет 77,4% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 112 925 человек. Это удельный вес составляет 54,9% от общего количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации. Уважаемые жители республики, напоминаю о необходимости срочной ревакцинации и вакцинации. Берегите себя и своих близких. Спасибо, Лена Николаевна.